Еще один из фигурантов так называемого одесского дела внес залог и остался на свободе. Речь о бывшем областном прокуроре Олеге Жученко. Он перечислил на счет, определенные ему судом, 2 миллиона 600 тысяч гривен. Жученко обвиняют в том, что он был членом преступной организации, которая занималась земельными и финансовыми махинациями, в результате чего городской бюджет потерял 689 миллионов гривен. По версии следствия, в эту группу входил ряд других высокопоставленных чиновников мэрии, а также влиятельный бизнесмен Галан Терник. Напомню, ранее за Геннадия Труханова залог в размере 30 миллионов гривен внес нардеп Вадим Новинский. А вот Олег Брындак перечислил лишь 1,5 миллиона из 40, определенных ему судом. Об этом на текущей неделе сообщили представители специализированной антикоррупционной прокуратуры, добавив, что рассматривают вариант ходатайства об избрании ему более жесткой меры пресечения.